Вечером синим, вечером лунным, был я когда-то красивым и юным. Был я когда-то красивым и юным. Неудержимо, неповторимо, все пролетело далече мимо. Сердце остыло, и выцвели очи, синее счастье, лунные ночи. С 4 на 5 октября 1925 года. Интересное было время. 25-й год. Давайте еще раз прислушаемся к этим стихам. Вечером синим, вечером лунным, был я когда-то красивым и юным. Неудержимо, неповторимо, все пролетело далече мимо. Сердце остыло, и выцвели очи. Синее счастье, лунные ночи. И в это время Есенину было всего 30 лет, а он уже печалится о своей прошедшей юности. Интересно, да, что вот в наше время нам уже по 50, по 60 лет, а некоторым и по 70, и мы чувствуем себя молодыми. Если организм нормально, хорошо работает, и особых проблем нет, то человек и в 50, и в 60, 70 чувствует себя молодым. А Есенин уже в 30 чувствовал себя старым, как бы прожитым. Жизнь казалась ему уже прожитой. Интересный факт.